Спеціально рано прийшла. Худенько там. Добре, дорогі дівчата, я в курсі. Того, що підтасують, це я чітко знаю. І все, я бачу, скільки вкладають средств в те, щоб підтасувати, щоб все остатися при владі. Так що, а вони нам нічого хорошого не зробили, не дали. І так і буде. Ну, хочеться вірити, що вони будуть більш-менш чесними. Будет минимум фальсификации, и что кандидат, которого лично я поддерживаю, в которого очень многие верят, одержит победу. То, что было, уже надоело. Да, уже всем не в мочь. И поэтому люди хотят, конечно, каких-то изменений положительных. Проблема только в том, что в основном старая гвардия, та, которую мы все уже знаем. А молодая есть, но это наполовину несерьезно. Поэтому в этом вся главная проблема выбора. В первом туре все, ну, разумные люди голосуют за того, кто нравится. А вот во втором будем думать. Світло жовте, перестаньте світити. Жовте світло. Добрий ранок. Світло, добре. Будь ласка. Дуже достойно, гідно людини.
за кого бы украинцы не проголосовали, я не имею права агитировать. У нас в любом случае, то та кількість, а, я вибачний народ російський, вам зрозуміли, що то количество кандидатов, которые сегодня есть, говорит, что в Украине победа демократии уже случилась. Представителями на России. Мы будем настаивать на скором возвращении нашей территории, которую Россия жестко у нас просто забрала. Вот, собственно говоря, будем решать этот вопрос. Для нас это принципиальный вообще вопрос. Возврат наших территорий, уважение к Украине. Я думаю, что дипломатическим путем мы разрешим эти вопросы. Именно дипломатическим путем. Только так. Mr. President, what does it mean for Ukraine, these elections? Абсолютно необхідна умова для нашого руху вперед.
для повернення України в родину вперед до нашого членства Європейського Союзу і НАТО, до продовження надзвичайно важливих реформ, які є абсолютно поліновними для України. Тому так важливо. Друзі, пропустіть, я вибачаю.